идешь, ты спас, искупил, ты отец и ты сын. Твой дух на мне и огонь внутри, ты защитник создать. Начало, конец, ты великий Бог, великий.
Тебя, живая вода, океан Божьей любви с избытком наполни меня, океан Божьей любви с избытком наполни меня, ты источник жизни моей, у тебя живая вода, океан Божьей любви с избытком наполни меня, океан Божьей любви с избытком наполни меня. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Я твой.
Спою, превознесу я любовь твою, ведь Божья милость до облаков освободила нас от оков, и я свободен, и я живу, теперь навеки, Господь, я твой. Воспрянь, душа моя, воспрянь, душа, и славь царя, ты прославь царя среди народов. Я воспою, превознесу я любовь твою, ведь Божья милость до облаков освободила нас от оков, и я свободен, и я живой, теперь навеки, Господь, я твой. Воспрянь, душа моя, воспрянь, душа, и славь царя, ты прославь царя среди народа. Я воспою, превознесу я любовь твою, ведь Божья милость до облаков освободила нас от оков, и я свободен, и я живой, теперь навеки, Господь, я твой. Мы говорили кому-то о наших проблемах или о наших нуждах, и думаю, что каждый хотя бы раз в жизни слышал, что нет надежды или это безнадежно. Возможно, мы даже слышали, да ты безнадежный. Знаете, что хорошая новость в том, что для Иисуса нет безнадежных ситуаций, и Он никогда не смотрит на нас, что мы безнадежные. И знаете, что Иисус, Он всегда брался за ситуации, которые были действительно сложными. Когда дочь начальника синагоги умерла, когда Лазарь, он был уже 3 дня в гробе, когда женщина страдала кровотечением 12 лет. То есть ситуации этих людей, они были даже серьезнее ситуации, с которыми иногда сталкиваемся мы. Иисуса, для Иисуса в этих ситуациях было важно, чтобы люди не боялись и верили. И вот в Луки 8 глава 49 стих написано: «Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла, не утруждая учителя». И вот это слова людей «не утруждая учителя», это было как «это безнадежно, уже ничего не изменить». Но Иисус что сказал? Он не опустил руки, Иисус не сказал: «Да, это безнадежно, дочь уже умерла, констатация уже смерти». Он сказал: «Нет, не бойся, только веруй». И для Иисуса была важна эта вера. И, возможно, в твоей ситуации, что-то уже умерло, и кажется, что все безнадежно. Но Иисус, Он смотрит совсем по-другому. Он говорит: не бойся, только веруй. И здесь две вещи важны: не бояться и верить. И знаете, что вера и страх, они стоят на противоположных сторонах. И я помню, что я когда только покаялась, для меня это как откровением было, что страх — это противоположность веры. И вера — это доверие Богу, а страх — это вера дьяволу. И мы не можем становиться на молитву и при этом молиться Богу, но верить при этом дьяволу. И Бог говорит: если у тебя нет веры, хоть сколько-нибудь можешь, веруй. То есть даже если есть маленькая вера. И мы знаем, когда отец сына бесноватого пришел, он говорит: «Помоги моему неверию». Иисус говорит: «Хоть сколько-нибудь можешь, веруй». Когда мы сейчас будем молиться за нужды, ты можешь так и говорить Богу: «Помоги моему неверию. Ну вот это маленькое зернышко веры есть у меня». А если совсем нет веры, да, есть вера общая церкви, найди того человека, который верит. Потому что бывает, пообщаешься с человеком, и твоя вера вообще на нуле. А если пообщаешься, да, и у тебя вот эта надежда в сердце появляется. И вера этого человека, вера общая церкви, она может прийти ответ на нужду. Давайте мы сейчас встанем общей верой, будем молиться всемогущему Богу, потому что для Него нет безнадежных ситуаций.
Дорогой Иисус, мы приносим Тебе все эти нужды, Господь. Мы приносим к Тебе все эти болезни. Мы приносим Тебе все эти проблемы, Господь, все финансовые, Господь, трудности. Боже, и мы веруем. Возьми нашу веру. Это зерно веры, Иисус. Помоги нашему неверию, Отец. Научи нас не бояться, Господь, доверять Тебе. Иисус, в этих ситуациях мы доверяем Тебе. Господь, мы доверяем каждую проблему Тебе. Мы уповаем на Тебя. Мы верим, что Ты больше страха, Ты больше болезни, Господь, Ты больше смерти. Мы призываем кровь Иисуса. Иисуса на всякую ситуацию. Мы призываем кровь Иисуса на всякую трудность, на всякую болезнь, Боже. И верим в Твой ответ, в Твое исцеление, в Твое вспоможение, Господь Боже. Мы молимся о служении ангела во всякую ситуацию. Мы соединяемся молитвой веры, Господь, церковью. Молимся во имя Иисуса Христа. Ответь на всякую нужду. Мы молимся, чтобы пришел божественный ответ, Господь. Молимся о Твоем прорыве, Господь. Нам не на кого уповать. Мы уповаем, мы надеемся на Тебя, Господь. Мы славим Тебя. И уже верим, что мы получаем ответ в духовном мире, Господь. Мы благословляем каждого человека, Отец, который записан здесь. Мы благословляем, Господь, мы славим Тебя и благодарим, что Ты не молчащий Бог. Господь, в Твоих устах ответ. Господь, слава Тебе и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Иисус, мы любим Тебя больше жизни. Ты так нужен нам. Наш великий Спаситель, наш великий Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты умер за нас и воскрес. Ты наша крепость, и Ты дал нам силу сегодня жить. Мы почитаем Тебя, наш великий Царь. Твоя сила во мне, Твоя слава. По всей земле Твоя святость видна. В Твоем слове, в крови Христа Твоя сила во мне. Твоя слава, по всей земле Твоя святость видна. В Твоем слове, в крови Христа я поклоняюсь. И прославляю новой песней, соединяюсь с Тобой, Спаситель мой чудесный. Я поклоняюсь и прославляю новой песней, соединяюсь с Тобой, Спаситель мой чудесный. Твоя сила во мне. Твоя слава, по всей земле Твоя святость видна. В Твоем слове, в крови Христа Твоя сила во мне. Твоя слава, по всей земле Твоя святость видна. В Твоем слове, в крови Христа я поклоняюсь. Прославляю новой песней, соединяюсь с Тобой, Спаситель мой чудесный. Я поклоняюсь и прославляю новой песней, соединяюсь с Тобой, Спаситель мой чудесный. Христа, я поклоняюсь.
Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе, аллилуйя, 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 по всей земле, аллилуйя, 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 хвала Тебе, аллилуйя, 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 по всей земле, аллилуйя, 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 хвала Тебе, аллилуйя, 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 по всей земле, аллилуйя, 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 хвала Тебе, аллилуйя, 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 по всей земле. Я поклоняюсь и прославляю новой песней, соединяюсь с Тобой, Спаситель мой чудесный. Я поклоняюсь и прославляю новой песней, соединяюсь с Тобой, Спаситель. Благодарим Тебя, Иисус. Ты тот, который даешь радость Божию, место унылого духа, славной одежды и место печали или радости, Господи. Мы благодарим Тебя, Иисус, что мы в Твоем уделе, Господи, и из Твоей руки никто не похитит, Боже. Слава Тебе, Иисус. Благодарим Тебя, наш Господь. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сегодня хорошая тема, но называется межи, или межи мои прошли по прекрасным местам. Эти те межи, которые Бог для тебя провел. Межи – это такие как бы границы между полями, которые не сильно видно. Там камушки ставят, там колышки, да. Это называется межи, да. У бабушки в деревне это межа – это просто вот… Земля вот так вот. Вот тут соседский огород, а тут бабушкин огород. Это межа. И кто хочет увеличить свой огород, эту межу люди передвигали. Передвигали для того, чтобы свой огород увеличить, потому что это незаметно. О чем я хочу сказать. Знаете, поговорим о межах, о границах, о заграницах. Так бывает, что наши межи, они нарушаются, да, как бы. Они прошли по прекрасным местам, но туда кто-то заходит, да. Это вот, к примеру, у тебя есть дом, да, как бы, он огорожен забором, к примеру, да. И у тебя нападало листьев, да, ты убрал у себя листья, там все, порядок навел. Но ты видишь у соседа, да, как бы там тоже беспорядок, но ты не имеешь права туда перелезть, правильно? Даже если сделать хорошее дело. Да, также я хочу поговорить по отношению друг к другу, что очень часто мы переступаем эти межи. Знаете, там в Иезекииле, кажется, написано, что князья эти межи передвигают. Написано, на поле сирот не заходи и межи не передвигай. Это то, что незаметно. Это так незаметно, особенно в церкви. Это вообще незаметно. Когда ты заходишь на чужую территорию, и ты давлеешь на человека. Это его приват, но ты как бы так думаешь, что ты можешь переступить эти межи и что-то там делать. Твоя жизнь. Вот наше тело, да, в Библии написано, что мы, церковь – это тело, что мы едины, да, у каждого там глаз, рука, нога там и так далее. И глаз не может сказать, что я все тело, да. Так бывает, что давайте вся церковь будет реабилитация. К примеру, это так. Все тело – это глаз. Или все тело – это это рука или еще что-то. Это тело. В Библии написано, что там тело, оно друг о друге заботится, да, как бы, и те органы, которые как бы, такие слабые, да, их особенно прячут, да, и они особенно попечение, да, там вот ты ж не видишь там печень, почки, да, там, но они спрятаны под прессом, тело, да, как бы, скрыто.
скрыто, этого никто не видит, да, у тебя там в теле кровь, у тебя там в теле все эти органы, все работает, и ты даже не до конца понимаешь, но все закрыто, все закрыто. И если только получается какая-то пробоина, да, вот кровь течет, и, ну, как бы надо что-то делать, но если это, ты попал куда-то в артерию, человек очень быстро реагирует, почему? Потому что когда есть какой-то пролом в твоем теле, да, как бы, ну, ты теряешь жизнь. Ты теряешь жизнь. О чем я хочу сказать? Тело – это хорошо. Это хорошо, когда мы в теле. Палец – это палец, глаз – это глаз. Они не перемешиваются. Но они работают вместе. Написано, что мы порознь члены, но мы в единстве. О чем я хочу сказать, братья? Каждый из нас – это личность со своим характером. У тебя есть свои эмоции, у тебя есть свое мировоззрение, у тебя есть даже своя личная вера. Написано, праведник верою жив будет. Ты жив не моей верою, ты жив своей верою. Праведник своею, своею, скажи своею. О чем я хочу сказать? Это твоя граница. Ну, это твоя граница, и туда нельзя залазить. Написано, вор, он перелазит Индии через забор, проламывает, да, он перелазит ночью. Ты можешь войти в двери. Иисус есть дверь, только через Иисуса. Ты с человеком можешь строить правильные отношения только через Иисуса. Но мы можем делать по-другому. Мы можем манипулировать. Мы можем что? Производить определенное давление на человека или на нас. И когда ты находишься под этим давлением, очень часто люди делают те вещи, просто чтобы понравиться. Знаете, как в подростковом возрасте, даже во взрослом возрасте, да? Я хочу общаться с этими ребятами, и для того, чтобы общаться с этими ребятами, мне нужно быть такими, как они. Ну, потому что они меня не примут. Потому что они не примут. И что делается? В твоей жизни, в твоей эмоциональной сфере что-то ломается. Ну, в твоей жизни определенный пролом, и ты не можешь быть тем, кем создал тебя Господь. Ты меня слышишь? Ты не можешь быть тем, кем создал тебя Господь. Ты личность, у тебя есть характер, и Бог говорит, я создал тебя по своему образу. У тебя есть образ и подобие Бога, Бог говорит, я создал тебя по своему образу и подобию. Ты личность. Бог триедин, Отец, Сын и Дух Святой. Как ты думаешь, они всегда вместе или бывают по отдельности? Ну, написано, Дух дышит где хочет. Так они вместе или по отдельности? Или по отдельности? Всегда вместе? Ну, Отец где? А? Дух Святой где? Хорошо, муж и жена – это одна плоть. Вы всегда вместе? Ну, бывает по отдельности. Так же ж? Бывает. Но, тем не менее, вы едины. Вы едины. У вас должны быть одни мысли, одно сердце. Так, о чем я хочу сказать, братья, сестры? Мы все разные, абсолютно. Абсолютно все разные. В Библии написано, звезда от звезды разнится. Мы абсолютно все разные. И Бог ценит твое отличие от кого-то другого. Тебе не нужно быть таким, как кто-то другой. Тебе нужно быть самим собой, тем, кем создал тебя Господь. Не позволяя заходить на твои границы кому-то еще. Знаете, когда мы рождаемся, маленькие, да, вот мы растем, у нас этих границ как бы нету, да, у нас нету этих заборов, да, как бы нету заборов. Но потихоньку у нас появляется характер, да, у нас определенные ценности вырисовываются, они просто вырастают, да, со временем, они твердеют, какие-то убеждения, да, как бы твоя вера, ну, ты формируешься. И когда ты вырастаешь, да, есть люди взрослые, но у них нету этих границ, у них нету меж просто. Туда могут зайти кто угодно. Просто нету забора. В Библии написано «Горе беспечным на Сионе». Город, который, там написано, ты будешь как город разрушенный, без стен. Когда у тебя нету никаких границ, никаких ограничений. То есть представь, что у тебя есть дом, но там нету дверей, и туда заходят кто угодно. Вот как на Красногорке, там есть вот...
недострой, и там просто тусуются подростки. Они приходят туда тогда, когда хотят, и делают то, что они хотят там. Зимой, летом, обычно зимой, когда холодно. Собираются там по 20 человек и делают там того, чего они не делают дома. Границы. Границы сохраняют нас как личность, как целостность. Если эти границы нарушаются, да, вот допустим, в город можно войти как? У нас нет уж в городе заборов, да, у нас нету стен, да, но раньше город считался городом, когда он закрыт укрепленной стеной, да, и можно войти только через ворота. И у ворот решались многие вещи, да, написано, что как там, муж ее известен у ворот. Почему? Потому что у ворот решались многие вещи. Через ворота люди могли заходить, привозить товары и так далее, как бы там, ну, уходить. Их могли туда не пускать, а могли пускать наоборот. И так строились отношения с другими городами. Так же точно у нас. Ты свой рот открываешь, ты можешь выпить что? Сока можешь выпить, да? Можешь свой рот открыть и выпить что-то другое. Можешь своим ртом что-то сказать, да? Своими ушами что-то можешь услышать, а можешь закрыть их. Правильно? Своими глазами, если яркий свет, ты можешь их закрыть. Так или нет? Ну вот если ты будешь смотреть на сварку долго, даже не очень долго, будет не очень хорошо. То есть это от тебя зависит. Ты можешь закрыть глаза, закрыть уши, а можешь открыть глаза и открыть уши. Такая интересная тема, братья, сестры. Мы очень часто пытаемся сделать счастливыми кого-то, нарушая или ломая свои собственные границы. Я сейчас объясню, о чем я. Твоя личность ломается абсолютно полностью. Почему? Потому что ты не хочешь расстраивать другого человека. И очень часто ты так думаешь, что ты... ну, влияешь на этого человека, то есть твое присутствие делает его счастливым, или твои поступки делают его счастливым. Ну, вот так вот. Многие ищут благосклонного лица правителя, но в Библии написано «судьба человека от Господа». Мы нарушаем свои границы или ломаем их намеренно. Почему? Потому что мы становимся слабее, наша оборона проламывается. Почему? Потому что мы всегда пытаемся угодить кому-то. Ну, просто угодить кому-то. Ты пытаешься угодить. Тебе уже 30 лет, но ты очень боишься расстроить свою маму. Очень боишься расстроить маму, если ты не придешь на день рождения. Твоя мама будет очень расстроена. А если ты придешь, ты ее осчастливишь. И ты принял себя для такую установку, что, ну, мама обидится, я должен делать только то, что говорит мне мама. Как ты думаешь, ты из-за этого счастливее становишься, когда ты осчастливил свою маму своим присутствием? Ты не хочешь там находиться, но ты находишься. Ты идешь туда, куда тебе не хочется. Ты находишься там. Ты просто ломаешь себя изнутри, и у тебя нету никакой позиции. У тебя нету никаких заборов. Почему? Знаете, на кого можно давить? Кем можно манипулировать? Человек раздавленный, опустошенный. У него есть определенная травма, и на эти травмы можно давить. На людей можно, их можно, ими можно манипулировать. Ихние межи можно разрушать. Братья, мы должны быть как укрепленный город. Храни свои эмоции в правильном положении. Только от тебя зависит, кого ты пускаешь в свой дом, кому ты открываешь свое сердце. 100%. Но есть другая грань. Мы поговорим чуть-чуть и об этом, и об этом. Есть другая грань, закрытость. Да, написано, обидишься, брат, это как засовы замка. Когда ты закрыт полностью от всех, мы нужны друг другу в том плане, ну, как, я не знаю, как вода для дерева, да, как бы, ну, мы нуждаемся в друг друге. Потому что если у нас нет общения с друг другом, мы также, ну, тухнем. В Эдемском саду там деревья были, да, за ними может, ну, как бы, не сильно так нужно было ухаживать, как современными деревьями, там, да, их нужно обрезать, поливать и так далее. То есть мы нужны друг другу. Но это твой выбор. Кому ты позволяешь? Ты идешь к врачу,
И это твой выбор, кому ты показываешь свои раны там, да, или еще что-то. Писание говорит, признавайтесь друг перед другом, чтобы исцелиться. Ты открываешь свои границы для кого-то, да? Был там царь такой, не очень умный, и он показал вообще, пустил всех своих этих врагов и показал все, что у него есть там, да, как бы. Хотя мы же должны быть открытыми, так же или нет? Мы же письмо читаем о всеми. Мы должны быть открытыми перед всеми. Знаешь, что делает открытость? Она в каком-то смысле делает тебя уязвимым, и тебе, если ты хочешь строить отношения, всегда риск. У тебя есть выбор быть полностью закрытым. Так безопаснее. Что с тобой происходит в это время, когда ты полностью закрыт? Вообще для всех. У тебя получается вакуум. С одной стороны, ты себя защищаешь, но с другой стороны, ты умираешь. Люди, которые закрыты, обиженные, они никого не пускают в свою жизнь. У них заборы большие, но ихние ворота всегда закрыты. К ним не достучаться. Ты не сможешь с этими людьми просто так и пообщаться. Этот человек для тебя просто круглый. Даже если ты задаешь вопросы, все настолько как бы... Ты не знаешь, что у него в сердце. Знаете, я верю, что Бог с искренним поступает искренне. 100%, когда мы пускаем кого-то в свою жизнь, это тебя делает уязвимым. 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 Иисус пришел на эту землю для того, чтобы быть уязвимым. Уязвимым. Когда мы общаемся с друг другом, мы можем иметь раны. Если тебя ранили, что мы делаем? Мы закрываемся, как еж. Мы делаем стены. Знаешь, что тебе нужно сделать? Развернуться и строить другие отношения, просто уже не с этим человеком. Вот Иисус, да? Почему Он был другом грешнику и мытарю? Не написано, что Он был другом фарисеев, да, саддукеев. Он что, их не любил, что ли? Но он был другом грешнику и мытарю. И в Библии написано, что он не всем вверял себя, потому что знал, что в человеке. То есть для кого-то он ставил какую-то грань, он от каких-то людей просто отгораживался. Как там Джим Керри вроде сказал, не со всеми людьми нужно общаться или подпускать близко к себе. И это не слабость, а сила, чтобы сохранить свое физическое и душевное равновесие. Это мирской человек говорит. Иисус также не верял себя всем. Почему были те люди, которые были очень близко к Нему? Люди, которые находятся близко к тебе, они могут ранить тебя. С Иисусом находились люди, которые, ученики, они не были совершенными. Кто-то искал власти себе. Да? Кто-то, Иуда вообще предал, Петр, отрекся. Он соблазнен был для Иисуса. Я верю, что у Бога есть свои границы. Он их прочертил в своих заповедях. Прочертил. Есть и вещи, которые Бог говорит, я это ненавижу. А говорит, я ненавижу грабительство. Его характер. Говорит, я Бог вдов и сирот. Он милосердный. Написано, я милости хочу больше, чем жертвы. Бог очертил свою позицию. Какая твоя позиция во Христе? Кто-то говорит, да, ты злой человек, ты закрытый человек. Ты любящий человек, ты добрый, ты сострадательный. Что характеризует тебя как личность? Какая твоя позиция? Где прошли твои межи? Давид говорит, мои межи прошли по прекрасным местам. Это то, что ему нравилось. Знаете, когда мы этот участок купили, там была дорога, дорога была, и большая такая куча мусора, большая, и вся Красная Горка туда приносила мусор. Мы купили этот участок, потому что нам понравилось место расположения. Нам не понравился мусор, нам не понравилась дорога, но нам понравилось место расположения. В твоей жизни может быть то же самое. Через твою жизнь протопталось много табунов просто. Растоптали тебя, тебе накидали мусор туда. Мы приехали, и мы знаем свои межи. Мы просто вбили колышки, эти арматуру повбивали.
Как ты думаешь, людей это как-то остановило? Нет. Знаешь, что я начал делать? Не дом строить, а забор. И во время того, когда забор поднимался, люди переступали через забор и шли по этой дороге. Говорит, мы всегда так ходили. Люди к твоей жизни так относятся. Они всегда так делали. Они всегда приносили на этот участок мусор. Ты сам с этим свыкся. Ты к этому привык. Ты по-другому не можешь жить, потому что, ну, так люди ходят, и они на тебя наезжают. Мы всегда так делали, мы здесь ездили, мы здесь ходили. Мы всегда выкидывали сюда мусор. Куда мы теперь будем выносить? А мне все равно, куда ты будешь выносить мусор. Мы не отстаиваем свои позиции, свои межи. Я говорю, я заплатил за этот участок. И мне все равно, что вы хотите ходить здесь. И я построю здесь забор. И когда мы ложили новую кладку, забор поднимался, вечер, на утро вставали, смотрим, что камни лежат, короче. Мы опять поднимали. И что сейчас? Забор стоит. Для чего? Мне нужно огородить территорию, куда я могу привезти стройматериал. Потом я посадил туда собаку. В Библии написано про священников, как немые псы. У меня собака была, которая не была немым псом. Люди пытались засовывать в ней руки, там косточки закидывать. И одного человека она сильно покусала, и он предъявлял мне претензии. Я говорю, рука твоя где была? На моем участке? Ты зашел на частную территорию. Надо было, чтобы тебя на руку вообще оставила там. Это моя территория. Ты не имел права засовывать туда руки. Ты просто зашел на частную... Ты засунул руку на частную территорию. Что ты... Это твоя проблема. Перед тем, как строить забор уже от соседа, да, вот мы с соседом как бы... Я посмотрел по плану, где мой участок заканчивается. Сосед натянул сетку. А я понимаю, что у меня еще туда 2 метра. 2 метра еще туда. Но он натянул сетку. Он говорит, это мое. И там черешню, он эту вишню посадил. Что я сделал? Я свернул сетку. Вырвал вишню и бросил ему на участок. Он вышел. Это что такое? Я говорю, а в чем проблема? Я выношу ему документы, показываю. Говорит, ну как, я же это, землю сюда привез. Я же там, ну, посадил деревья. Говорю, да мне плевать, что ты тут посадил. Это моя территория. Я здесь буду делать забор. Земля осталась мне. Я в эту же землю посадил те деревья, которые я захотел. Я посадил черешню. Я посадил яблоню. Я посадил то, что мне нужно, и я отгородился забором. Да, мы видим друг друга, привет, все. Но мы не заходим на территорию друг друга, если только я его позову или приглашу к себе домой. Братья, сестры, посмотрите на свои жизни. Кто ты? Какая твоя позиция? Когда ты целостный? Когда ты понимаешь, кто ты во Христе? Когда у тебя есть определенная позиция, ты можешь пригласить кого-то к себе. Ты можешь кого-то вместить. Почему? Потому что у тебя есть позиция. У тебя есть определенные межи, и ты знаешь свою власть и свою территорию. Бог говорит, я взял тебя в свой удел. А знаете, почему мы позволяем с собой так себя вести людям? Мы не знаем свои позиции. Когда мы начали строить дом, мы поставили ворота, выкопали фундамент, пригласили супер-пупер строителей. Ну, мы так думали. В один день я просто пришел, и строительный домик, я вижу там просто, ну, кто понимает, такое чисто... строительно-алкогольно-перегарный запах такой в строительном домике. И там какая-то женщина сидит,
который я не знаю, что она тут делает. И потом смотрю, на моем участке люди как грибы лежат. Ну, это строители. Я так понял, это строители. Просто день закончился. Им как бы недостройки как бы. Я говорю, ну поднимайтесь бегом, строимся. Ну, мне сложно было их поднять, и мне приходилось их просто, ну, как бы выволакивать. Ну, кого-то выволакивает, эту невеста сама ушла. Короче, на моем участке эти люди просто сделали себе такой вот, ну, затишек. Я думаю, бесы так делают в твоей жизни. Да, это твоя позиция, но мы будем здесь испражняться. Мы будем здесь бухать. Мы будем здесь делать то, что мы хотим. Но если у тебя есть власть. Я их каждого по одному, они даже на ноги встать не могли. Я брал их, просто тащил и туда вот ложил, за забор с другой стороны облокачивал. Я говорю, вы больше строить не будете. Других рабочих пригласили. Братья, сестры, твоя жизнь, твоя территория, она должна быть закрыта для определенных людей. Она должна быть закрыта для греха. Если только ты открываешь ворота, Бог говорит, я стучусь, и я хочу открыть Иисусу. Бог не врывается, Он не проламывает твои стены. Но дьявол, он делает таким образом. Он не видит этой черты, ему все равно. Он перелазит Инди, чтобы сокрушить твою жизнь, чтобы что-то там оставить. Есть люди, которые просто ломают твои стены, просто ломают. Они не входят воротами, они ломают, они приходят к тебе в гости. В Библии написано, что с завистливым человеком даже за стол не садится, да, потому что пищу, которую ты съел, ты изблюешь. Что интересно, люди, которые пережили насилие, они ищут такого же насильника. Я не знаю, почему так. В твоей жизни что-то проломано. Девочки, которые выросли там, где отец доминировал и избивал мать. И что интересно, они видели это, и они ищут точно такого же ломателя. Почему? Они привыкли? Почему евреи так, не сильно полюбили Моисея, когда приходили какие-то трудности? Они привыкли к рабству. Они привыкли, что над ними кто-то давлеет, какой-то паразит их просто, удручает. Знаете, рабами проще управлять. Свободный человек – это тот человек, у которого есть позиция, у него есть, у него есть свобода. Писание говорит, стойте в свободе, которую я тебе подарил, и не подвергайся никакому игу рабства. Очень часто мы просто не знаем свои права и свою позицию, и по этой причине наши межи, они не проходят по прекрасным местам. Наши межи передвигает кто угодно. Просто межи, а взял колышек, передвинул, у него огород уже больше на 2 метра. А ты вроде как бы, да и нормально как бы. Да и так сойдет. С другой стороны, другой сосед, он раз еще передвинул. Да нормально, хватит мне. 23 глава притчи, 10 стих. «Не передвигай межи давней, и на поле сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою». На поле сироты легко зайти. Знаете, кого легко контролировать? Кто уже сломанный? Кто уже нуждается? На поле сироты не заходи. Это характер Бога. Он вступится, когда ты передвигаешь эту межу, которую Бог провел между тобой и им. Может, ты успешней, может, ты богаче. Может, ты, я не знаю, там, епископ, без разницы, кто ты. Но если ты переходишь на межу сироты, Бог вступится, неважно, какие у тебя погоны. Бог, Он есть Бог вдов и сирот. Не передвигай межи давней и на поле сироты не заходи.
эта межа была проведена очень давно Богом в твоей жизни. Но ты просто не знаешь ее, что Бог провел эту межу для тебя, чтобы ты был в его уделе. Он говорит, из моей руки никто не похитит. Бог на твоем участке. Может, даже если он зарос бурьяном, он вступится за тебя, если ты слабый. Не позволяй никому передвигать твои межи. Там в Осии написано, что князья передвигают межи, они передвигают. Люди власти, они передвигают межи. Почему? Потому что у них есть власть. Им так кажется. Но, говорит, заступник их вступится вскоре. Он защитит. Другая позиция. Пример приведу. Одинокая женщина, жизнью неудовлетворенная, обиженная на всех мужчин. От нее все уходили, не могли выдержать ее контроля. Почему? Потому она пыталась мужиков как-то контролировать, у нее дочка была, она уже взрослая. И весь свой контроль она просто изливала на свою дочь. Дочь это просто была у нее как какой-то инструмент, Дочь должна была как сторожевой пес по первой команде просто прийти к матери, прибежать и сделать все, что мама хочет. Если нет, маму это очень сильно разозлит. Дочь никогда не переступала этих вещей. Она старалась всегда угодить маме и, в принципе, никогда не могла угодить. Ее жизнь полностью была разрушена. Почему? Потому что ее границы были разрушены. Если в твоей жизни разрушены эти границы, без разницы кем, просто это не твоя воля, но ты делаешь... то, что тебя ломает, разрушаются границы. Другой очень хороший, добрый человек, служитель, любящий семьянин, но он настолько устал от жизни, Почему? Потому что также границы нарушил сам. Сам себе нарушил. А как он нарушил? Он хотел всем помочь. Очень добрый человек и хотел всем помочь. А как он хотел помочь? Любил жену и хотел жене всегда угодить. Как угодить? Ремонт сделаю, денег больше буду зарабатывать. И он всегда обещал, того никак не мог исполнить. Просто денег больше заработаю, куплю кухню, все, достроим, перестроим, купим машину и так далее. В церкви людям обещал, что мы встретимся, поговорим там. И он все забывал, оплатить что-то надо, И у него все в его жизни не было этих границ. Он всем обещал, хотел всем быть хорошим, но для всех он был негодяй. Почему? Потому что врал. А он не хотел врать, он хотел быть хорошим. Ты хочешь быть хорошим? Я спрашиваю, хорошим ты хочешь быть? Ты не можешь быть хорошим для всех. Пообещай то, что ты можешь. Просто. Это все равно, что ты пообещал всем заказчикам, но на время с промежутком через 10 минут. И ты понимаешь, что ты никак физически не успеешь. Ты пообещал. Что эти заказчики будут делать? Они будут звонить и говорить тебе нехорошие вещи, проклинать тебя просто. Почему? Потому что они все подготовили, что ты уже должен приехать. Они ждут тебя, а ты в это время, ты не успеваешь просто. Поэтому не обещай. Не проламывая просто свои ограждения. Почему? Потому что когда ты будешь проломлен, твоя психика будет сокрушена, твой мозг будет кипеть. Почему? Потому что ты хотел быть хорошим, а хорошим у тебя просто не получается быть. Почему? Потому что у тебя страх перед людьми. Ты не хочешь никого обидеть. Ты не хочешь поставить ограничения определенные. Ты не можешь взяться просто за два дела и сказать, я успею за сегодня сделать вот этот заказ и вот этот, а этот я сделаю на завтра. А к вам, мама, я приеду через неделю в такое-то время, потому что сейчас у меня не получается. Но мама говорит, ты приедешь сейчас, это я тебе говорю.
Что ты делаешь? Проламываются границы. Когда родитель приходит, муж, жена, они уже живут вместе, да, но у них беспорядок, да, там, ну, как бы, ну, беспорядок просто, в шифонере вещи набросаны, ну, вот как у нас сейчас, вот мы уехали, там беспорядок. Мать приходит, хорошее у нее побуждение, поубирать всем, да, поубирать и потом рассказать тебе, кто ты. Но это ж твой дом. Не надо, чтобы твои родители копались в твоих вещах. В личных, да? Мне не надо, чтобы мама всадила цветы мне, потому что я ненавижу цветы. Я их вырываю и выкидываю. Мне не надо ходить в костюме, потому что я ненавижу костюмы. Это моя позиция. Но тебе нравится костюм, и тебе никто не может это запретить. Но если мне не нравится костюм, я не ношу, тебе нравится – носи. Понятно? Я ненавижу длинные волосы, а тебе нравится. Я не пользовался расческой, это уже лет 20. Почему? Потому что это моя позиция. Почему? Потому что я не причесываюсь. Я не хожу в парикмахерские. Я стригу сам себе голову. Я не трачу на это деньги. Но ты тратишь на покраску, там кучу денег, на все эти стрижки, маникюры, педикюры. Я не трачу на это. Это твоя позиция. Это твой приват. Я не могу тебе сказать, куда ты деньги свои просто в мусор выкидываешь. Мы все разные, братья, особенно сестры. Я хочу, чтобы ты ценил себя как личность, но и в то же время не был закрыт для других людей. Да? Вот два человека, два абсолютно разных человека. У них разная диета, у них ну все разное, у них... Фигуры разные, как бы, диеты разные, спорт у них тоже разный, как бы. Они выглядят по-разному. И что интересно, у них характеры разные. Это что значит? Мы не должны смешиваться. Мы должны любить друг друга и почитать друг друга выше себя, такой, какой есть человек. Просто цени в том, что он вегетарианец, да, допустим. А ты цени, что он не вегетарианец, ну, к примеру. Люби тех людей, которые, ну, не такие, как ты. И не переходи границы, не пытайся их, ну, переделать. Я верю, что, ну, только тогда мы меняемся в его образ, когда мы заходим через двери. Мы даже можем влиять на человека, да? Даже диета может поменяться только через любовь. Если ты будешь человека заставлять, ну, это будет его ломать. Вот не ешь сладкое, не ешь сладкое, к примеру. Давай спортом занимайся. Но у человека другие ценности, другое видение, другое понимание жизни. Вообще, вот, ну, как бы, позиция совершенно другая. Ну, ты же хочешь хорошего для человека, да? Я верю, что все эти вещи, ну, через Иисуса. Бог говорит, все от меня, все через меня. Мы должны строить отношения с друг другом через Иисуса Христа. Мы можем даже послужить друг другу через Иисуса Христа. Но если мы проламываем границы человека, Иисуса там нету. Там есть религия, там есть закон. Ты правильными вещами можешь человека заклевать просто. Просто уничтожить его. Почему? Потому что у тебя во дворе убрано, а у него не убрано. И ты говоришь, давай... уберу тебе. А он говорит, я не хочу, чтобы меня убирали. Ну, мне так нравится. Мне нравится, что листья лежат. Мне нравится, что сейчас на втором этаже просто вот все лежит так, как оно лежит. Почему? Потому что я знаю, где что лежит. Потому что когда кто-то, ну, человек, который придет и поубирает, я потом ничего найти не могу. Это моя позиция. Знаешь, очень часто люди, вот, они хотят помочь. Ну, вначале они помогают, но потом они просто работают как, ну, как вампиры. Что я хочу сказать? Есть разновидность таких птиц, да, вот они там волоклюи, кажется, да, вот они там на бегемотах там что-то выдергивают у них там этих, на буйволах, да. У птицы есть эти дрозды вот эти вот, да, вот они там всяких паразитов выклевывают, да, как бы, потому что, ну, бегемоту тяжело это сделать, но... Когда приходит голодный период,
ну, и нету паразитов, они на этой ране, они раздалбывают еще больше и начинают пить кровь. Есть такие отношения? Есть такие отношения? Ну, есть такие отношения. И ты уже не знаешь, как. Человек же вроде помогал, он с меня столько паразитов убрал. Так он уже кровь твою пьет. И ты не можешь сказать ему «стоп». Бог не давал бремен неудобоносимых. Мы должны иметь разум Христов. Мы хотим отвечать за гнев чужих людей. Ну, я не хочу расстраивать другого человека. Я не хочу. И я думаю об этом. И меня это проламывает. Почему? Потому что ну, я своим поведением или вот я что-то сказал, я обидел этим человека. Я не за то, что просто, ну, надо быть такими бессердечными и просто говорить, что попало. Нет. Ну, мы настолько пытаемся вот, ну, как бы проломить эти вещи свои, ну, свою позицию, идти на компромисс. А, как там вот написано, гневливый пусть гневается. Гневливый пусть гневается. Говорит, не надо его щадить. Мы хотим отвечать за чувства других людей. Мы переживаем, а как он подумает, а как он почувствует, а что дальше как бы. Не надо так думать. Думай за себя. Будь в правильном положении пред Богом. Когда ты в Иисусе, когда ты свободный, ты можешь этому больному человеку помочь, который тебя пытается контролировать. Тот человек, который контролирует, он сам больной, он сам одинокий. Люди, которые пытаются кого-то контролировать, они сами не свободны. Они пытаются запитаться за счет кого-то, они хотят перейти на чью-то территорию, да, и чуть-чуть вот, ну, как бы, ну, завладеть твоей психикой, твоей эмоцией, твоим вниманием. Почему? Они сами ничего не дают, но они хотят, ну, зайти на твою территорию. И там просто засадить свои сорняки, свой мусор, да, вот, ну, свою обиду, засадить в твою жизнь, и ты уже чувствуешь себя, что, ну, ты пообщался с этим человеком, и ты как заразился, ты как, ну, как становишься как прокаженный. Он просто принес в твою жизнь вот эту бомбу с часовым механизмом, с этой проказой. И когда ты пообщался с этим человеком, ты становишься как развалина, у тебя ни веры, ничего. Ты пообщался с вероломным человеком, который проломил твою веру. Он просто сломал все твои стены. Ну, знаете, я верю, что Бог хочет укрепить развалины. В Библии написано, чтобы мы становились в проломах. И также в Библии написано, что на стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей. Братья, сестры, твоя жизнь – это как укрепленный город. Проломы должны быть заделаны. Должны быть поставлены ворота там, какие там были, водяные ворота, навозные ворота там, какие-то восточные, западные. Короче, у тебя должны быть закрыты ворота. И только ты пускаешь людей туда, которых ты хочешь. Ты можешь пустить, ты можешь кого-то пригласить. Ты можешь для кого-то быть открытым. Кто разрушит ограду, того укусит змей. Кто разрушает ограду, того укусит змей. Я верю в то, что когда мы разрушаем чьи-то ограждения, да, как бы проламываем через манипуляцию, через какое-то давление, там еще через что-то, через какие-то духовные вещи, да, как бы такие псевдо. И Бог говорит, ну, того укусит змея. Мы позволяем дьяволу просто действовать в нашей жизни, когда мы разрушаем чью-то ограду, тебя укусит змей. Тебя укусит змей, когда ты проламываешь чью-то психику. Тебя может укусить змей, когда ты проламываешь чью-то жизнь. Просто когда ты оказываешь на кого-то давление через манипуляцию. То есть этого нельзя делать. Так. Наши друзья, наши близкие люди, те, которые нам дороги, у них больше всего способности проломить ограждение, ну, к твоему сердцу, к твоей личности. Вот мама Иисуса, да, она пришла и говорит, мы тут с братьями уже ждем тебя, давай, закрывай свою церковь, бегом сюда, хватит там ерундой, мы сколько тут вообще тебя будем ждать? Заканчивай служение, все, бегом, все.
Говорит, так, мам, я ж тут еще как бы вот, еще не помолился, еще тут 10 человек. Нет, все, давай. Мама пыталась с хороших побуждений, просто хотела позвать его на обед, может, покушать там, да. И братья стоят, уже соскучились за ним как бы. Но он сказал, говорит, кто братья? То есть он провел черту конкретно, вот такую толстую, черную, такую красную. Говорит, кто братья, кто сестры? Суть слушающая меня. Как вот маме по сердцу, он просто резанул. А мама для чего тогда пришла? Мама пришла, принесла покушать. Ты как вообще? Это фамильярность, это полное неуважение к матери. Мы хотим отвечать, а как мама может отреагировать? Мы хотим отвечать за чувства других людей. Другая притча, да, помните, там хозяин вышел, да, там с этих работников виноградник нанять, там все там за динарий, один, второй, давайте, вот там, вот, осталось там уже там до конца работы один час, там в 5 часов вышел, еще, вот, говорит, все, что следует, заплачу, давайте. И ребята тоже пошли, все отработали, как бы день закончился, и начали с последних, вот которые час отработали, вот он дает полную сумму динарий. О, те такие счастливые, как мы час проработали, ну, получили, как бы, и всем, как бы, по динарию, и последние, которые отработали, ну, вообще, весь рабочий день просто на солнце, на жаре, там, ну, устали конкретно, потные, в пылюке, и он им тоже динарий. И они так посмотрели, говорят, а это что такое вообще? Это как это? Их это очень сильно расстроило. Зачем господин так сделал? Говорит, а как ты нас сравнил с этими людьми? Говорит, а разве мы с вами не за динарий договаривались? Их очень сильно огорчило. Говорит, ты просто огорчаешься, потому что я добр. Многие люди могут огорчаться, потому что ты просто добр. Они огорчаются, просто огорчаются. Ты не отвечаешь за их чувства. Хозяин сказал, что это ж в моей воле. Говорит, может, тебе надо со своим сердцем разобраться? Может, с твоим сердцем что-то не так? Просто, может, ты просто завистливый? Мы хотим отвечать за чувства других людей. И мы думаем, что если мы сделаем все, как им нравится, все будет хорошо. Нет. Ты потеряешь мир. Твоя жизнь будет разрушена. И если пытаешься всем угодить, твоя жизнь будет разрушена. Ты как личность, как целостность, тебя не будет. У тебя нету своих меж. Твой участок будет разрушен, твоя жизнь будет разрушена. Почему? Твоя эмоциональная сфера будет разрушена. Вот этот человек, про которого я вам говорил, который хотел всем угодить, он для всех был плохой. И все, что ему нужно, разграничить вообще, разграничить все, что он обещал, все, что он может и все, что он не может. Просто быть честным с самим собой. Эта девушка, которая находилась под контролем своей матери, она не могла ни замуж выйти, без мамы вообще ничего, шагу ступить. И есть такие родители, которые просто свою неполноценность на детях своих, они не созидают их, а просто контролируют, мучают. Они свою боль выливают на них, они не созидают их. И они своего ребенка просто уничтожают. Вот он уже взрослый, но у него нету своей позиции. Он слушается маму, ему уже 30-35, он маму слушается в любых решениях. Он звонит маме, почему? А он по-другому не может. Почему? Потому что стены не выросли. Знаете, вот у меня есть двое детей, да, две дочери. Одной 14, другой 3. От другой 3. Вот которой 3. Я готов слушать все, что она говорит. И готов смиряться и подчиняться. Но это я хочу. Но это я открываю сердце, и я готов слушать то, что она говорит, и делать то, что она говорит. Меня не может заставить какой-то вот, ну, высокопоставленный человек, но она может. Я верю, что у нас так с Богом. Когда ты делаешь через любовь. Я открываю двери, свое сердце, потому что я хочу это делать. Я верю, что у нас так с Отцом Небесным. Вторая дочь у меня, 14 лет. Какой-то мальчик ее там хлопнул по попе. И мне пришлось
провести черту и хлопнуть мальчика. Ну, провести черту. Конкретно такую толстую красную черту. Я завел его в дом. Объяснил конкретно. Провел границу. Она не смогла этого сделать. Я сделал это за нее. Я верю, что Бог так делает. Он проводит эти границы. Он защитник. И он скорый помощник в бедах. Он защитник, и он скорый помощник в бедах. Он защищает, он проводит эти границы. И они прошли по прекрасным местам. И я так счастлив, что он может меня защитить. Он за меня может вступиться там, где я, не, там, где у меня не хватает духу. И он меня слушает и открывает свое сердце, говорит, внимает Господь и слышит, потому что он это хочет. Он безграничный. И он открывает свое сердце для тебя. Бог говорит, я вселюсь в них и буду ихним Богом. Позволь Богу быть рядом с тобою. Он не позволит на твой участок зайти кому-то другому. Почему? Потому что ты будешь иметь разум Христов. Ты будешь ходить в свободе, которую Бог тебе подарил, и не подвергаться никакому игу рабства. И у тебя не будет лицеприятия перед каким-то человеком. Иисус не имел лицеприятия, он не боялся фарисеев. Его невозможно было проломить, ученики не могли его проломить. Иисус, да не будет этого с тобой, да, как бы, ну, говорит, ты мне соблазн. У Иисуса была позиция, у Бога есть позиция, у тебя должна быть позиция. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Боже, Отец, мы превозносим Твое святое имя. Ты один достоин всей славы. И нет подобного Тебе, Иисус. Мы нуждаемся в Твоей свободе, Господи, Отец мой. Пусть наш разум, наше сердце, наша эмоциональная сфера будет в Твоей свободе, в Твоем уделе, Господи. А из Твоей руки никто не похитит, Боже. И Ты сказал, кто касается праведника, тот касается зеницы ока. Бог мой, мы благодарим Тебя, Иисус, что мы в Твоем уделе, что мы сильные Тобою, могуществом силы Твоей, Господи. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Святой, слава Тебе. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.